Ранее судимый? Да. По какой статье? 159. Ну, сейчас расскажите, за что вас в отдел полиции доставили? Работала в различных местах, отправляла девочек по квартирам, по гостиницам, по этим, как это называют, по разным гостиницам, по куда приглашают все клиенты. А для чего они этих девочек приглашают? Они работали со мной. Ну, понятно. Для каких целей? Ну, занимались проституцией.